Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я хотела сделать совсем коротенькое видео у одной из моих орхидей дебют, но решила, что давно не показывала, что у меня цветет. А у меня практически, можно сказать, что ничего не цветет на данный момент. Так, пара-тройка орхидей. Ну и решила собрать их вместе и уже показать вам. Начну, наверное, с этого товарища, всеми известного, всеми любимого, который имеется, я уверена, в каждой коллекции. Это Paphiopedilum Pinocchio. Приобрела я его год назад. Он приехал с цветоносом, хорошо его дорастил и благополучно распустил свои первые цветочки. Но потом, как это часто случается у нас, у архаманов, я нечаянно его обломала. Так что вот это у нас теперь первое домашнее цветение. Нарастил он мне много розеточек и порадовал меня. Сейчас покажу вам поближе. Вот так выглядит орхидея сейчас. Вот с одной этой розеткой он ко мне приехал. Это повреждение было механическое. Но, конечно же, сама розетка выглядит не очень хорошо, потому что я совершила огромную ошибку, и я этого делать не буду ни в коем случае больше. Именно эту группу я не буду выносить на летнее содержание во двор. Это явно не пошло им на пользу. К тому же я отсутствовала 3 месяца, за моими орхидеями ухаживали другие люди, и их все покусали. Ну, конечно же, по приезду я все это обработала, и на данный момент все мои орхидеи чувствуют себя хорошо. Но вот визуально розетка смотрится, конечно, не так красиво. Такие вот смешные две туфельки. Первый цветочек, скорее всего, уже скоро отпадет. Ну вот тут уже следующие бутончики на подходе, так что я думаю, он будет меня радовать еще продолжительное время. Ну и вот сама, как говорится, виновница торжества. Зацвела моя талумния, зацвела своим первым цветением. Ну и также получается первое домашнее. И вот такие чудные, веселые цветочки радуют меня. Здесь у меня две разные талумнии. Одна вот розетка у нее покрупнее дала цветонос, также растет детку. А вторая пока потихоньку развивается. Ну, действительно, чудо чудное. Очень эти крапушки так радуют глаз, такие веселые. Но, к сожалению, бирочку я вам показать не могу, хотя я точно знаю, что это талумния далматинец, потому что я забирала все свои талумнии. Их у меня 5 в Батуми, они там были со мной все лето, и, скорее всего, при переезде все бирочки потерялись, так что название остальных я, к сожалению, не знаю. Но, может быть, и найдутся. Вот такие вот мотыльки. Несмотря на то, что цветочка всего 5, но вот такое вот замечательное пятнистое облачко, и я думаю, для первого цветения все-таки неплохо. Сейчас расскажу вам коротко о ее содержании. Эта орхидея любит довольно яркое освещение, но, конечно, без прямых солнечных лучей. Влажность для нее требуется где-то от 45 до 70%. Что же касается полива, то многие знают, что они приходят просто в небольших таких черненьких корзиночках. Я обматываю эти корзинки кокосовым волокном, вот получается весь субстрат. Так что полив по мере просыхания корневой системы. А просыхает она довольно быстро, потому что грунта фактически там и нет. В наше лето это постоянное опрыскивание утром и вечером. Также я замачиваю, конечно же, все лето активно она у меня удобрялась, но с минимальной дозой удобрения, потому что корешки очень нежные, и чтобы их не жечь. Водичка, конечно, ей желательно дождевая или обратного осмоса, но очень часто у нас бывали дожди, и она поливалась дождем, а так желательно отстойную мягкую воду. И вода не должна быть ни в коем случае холодной. Также для того, чтобы добиться цветения, ей обязательно суточный перепад хотя бы в 5 градусов. Цветонос обрезать не надо, потому что он может продолжить свой рост, и также эта красавица очень часто дает ответвление. В принципе, растение неприхотливо, если соблюдать все условия, она будет цвести и радовать вас.
Вот такое вот чудо. А также, кто следит за новостями канала, помнит, наверное, летом я показывала эту орхидею, шутку называла ее «полтора листочка, полтора цветочка». Растение окрепло, цветонос продолжил свой рост, а также фаленопсис выпустил новый лист и радует меня своим роскошным ароматом. Просто чудный цветок, и я очень рада, что эта орхидея все-таки у меня выжила. Еще одна красавица, также всеми любимая, всеми известная, это сказка Phalaenopsis Joy Fairy Tale. Вот это у него цветочки, но они уже старенькие, но цветонос продолжает расти, также выдал еще один цветонос. Вот такая вот замечательная уже большая елочка, и я удивляюсь потенциалу этого растения. Он цветет круглый год, огромное количество цветоносов выдает все новые и новые, при этом растет и корешки просто замечательно, и новые листики. Я очень довольна этим растением, я думаю, я не одна такая. Так что вот такая вот действительно сказка. И эта орхидея просто обязана присутствовать в каждой коллекции. Ну и, конечно же, аромат у нее тоже очень-очень замечательный. И покажу вам еще одну мою неустанно цветущую орхидею, от которой в прошлом я хотела избавиться, но я так рада, что это растение продолжает жить у меня в коллекции. Это Phalaenopsis equestris wild selected. Это тоже такой труженик постоянно наращивает цветоносы. Эти цветоносы неустанно продолжают наращивать бутончики, и вот такое вот прелестное, просто нежное очень облачко. Цветочки маленькие, но когда они вот такой вот гроздью, тоже, конечно, смотрится очень красиво, и сама расцветка цветочков очень мне нравится, так что он живет, и я думаю, скорее всего, и будет жить у меня в коллекции. Вот все-таки покажу вам бирочку, может, кому-то интересно. Этот фаленопсис я показывала уже много раз. Летом он цвел просто шикарно. К сожалению, фотографии у меня нету. Ну вот, а сейчас на данный момент вот такая вот гроздь, но все-таки приятно, конечно, разбавляет зелень других нецветущих орхидей. И мотыльки просто сама нежность. И губа тоже такая интересная, но все это такое маленькое, но, конечно же, прелестное. И еще одна орхидея, которую я бы хотела вам сегодня показать, и это мой любимчик, обычный гибридный анцидиум. Покупала я его в простом цветочном магазине, даже не знаю его название, но он каждый год меня радует. Но вот, к сожалению, в этом году я также обломала ему цветонос. Так было жалко аж до слез, потому что, ну, цветы у него просто потрясающие. И вот все, что мы имеем. Ну, я и этому рада. Камера не передает точно его окрас. Он, знаете, даже можно сказать, что ядовито-желтый. И как будто весь светится. И вот контраст этот с губой смотрится великолепно. Губа очень тоже у него красивая. Надо как-то мне на следующий год выделить ему отдельное место, потому что я хочу увидеть его пышное цветение и быть с ним поаккуратнее. Вот такой вот красавчик также живет у меня в коллекции и каждый год радует меня своим цветением. На этом я уже, наверное, буду с вами прощаться. Видео получилось немаленьким. Желаю всем отличного настроения, цветения всем вашим орхидеям. И до новых встреч, друзья мои!